Всем привет! Привет! С вами, как всегда, Таня и Илья. И сегодня мы играем в настольную игру «Пандемия» с дополнением «Лаборатории». Да, это прекрасное дополнение, которое расширяет наши возможности, приносит новое поле, которое, в свою очередь, приносит нам кучу дополнительных действий. Давайте о всем по порядку. Какие у нас условия победы? Условия победы те же. Изобрести 4 лекарства от 4 болезней. Но немножко другим способом, о котором мы расскажем позже. Условия поражения те же. 8 вспышек, закончились кубики, закончились карты игроков. Давайте же поговорим о лаборатории. Что нового мы можем здесь сделать? Первое. Находясь в лаборатории, мы можем описать болезнь, исходя из карты структуры, которая у нас лежит по умолчанию. Первое. Мы можем выложить либо синюю, либо черную карту. Тем самым определить, какую болезнь мы будем лечить. К примеру, мы выкладываем сюда, тратим действие, вылаживаем черную карту и определяем, что теперь для того, что... и определяем, что мы будем лечить черную болезнь. Затем, что еще доступно игрокам? Теперь, в отличие от простой пандемии, вместо того, чтобы убирать кубики в пул, их можно убирать в лабораторию, в чашечки. После того, как в лаборатории у нас имеется определенное количество кубиков, мы можем выполнять действие, опять же, находясь в лаборатории, обработку образца. Что это значит? Мы можем перемещать все эти кубики по стрелочкам. В центрифугу перемещаются все кубики одного цвета за одно действие. Все остальные кубики убираются в пул. Точно так же из этой чашки можно переместить центрифугу тоже одного цвета. Допустим, 3 черные. Мы имеем право переместить. В сепаратор же перемещаются кубики тоже вот по стрелочкам, но все кубики по одного цвета. Все остальные кубики убираются в пул. В чашку роста мы перемещаем кубики и умножаем их на 2. Увеличиваем их количество. Точно так же и сюда. Также из центрифуги и сепаратора мы можем не перемещать чашку роста, а сразу же выкладывать кубики на структуру, на карту структуры. Здесь у нас нужно 3 синих кубика и 3 черных. Бесцветные кружочки определяются цветом вакцины. 3 черных, 3 синих. Вот, допустим, сразу же отсюда мы за одно действие перемещаем кубики. Тем самым, чтобы изобрести вакцину, как вы уже догадались, нужно заполнить все кружочки. Затем еще одно действие доступно в лаборатории. Как только на карте структуры есть хотя бы один кубик, мы имеем право протестировать вакцину. Находясь в лаборатории, мы скидываем карту, в данном случае черную, и имеем право убрать один черный кубик в пул. После того, как болезнь описана, то есть здесь лежит черная карта, болезнь протестирована, тоже черная карта, все кубики, все кружочки заполнены кубиками на карте структуры, мы имеем право сделать еще одно действие, опять же, находясь в лаборатории, это изобретение лекарства. Но уже скинуть не 5 карт, как обычно, а всего лишь 3. Вот такими нехитрыми действиями мы сможем изобрести лекарство от черной вакцины. Все карты сбрасываются. Эта бочечка отправляется сюда. Вот и все. У нас в лаборатории имеется 2 линии исследования. Имея лишь одну исследовательскую станцию, у нас будет открыта только одна линия исследования. Как только мы построим вторую станцию, нам откроется вторая линия исследования. Тем самым нам будет доступно действие выявления структуры болезни. Мы имеем право, находясь в лаборатории, потратить действие и открыть вторую карту, которая дает нам право изобрести либо красную, либо синюю болезнь. И по тем же самым нехитрым маршрутам мы ее и изобретаем.
Также мы можем, если она нас не устраивает, потратить действие и заменить ее на другую. К примеру, на желтую. Вот, в принципе, и все. Все нюансы, которые мы не рассказали, покажем в процессе игры. Давайте приступим. Уберем все кубики. Представим наших персонажей. Так, я инженер. В качестве действия постройте исследовательскую станцию в городе, в котором вы находитесь, не используя карту города. То есть я могу бесплатно построить станцию. Один раз вход в качестве действия можете переместиться из города с исследовательской станции в любой город и сбросить любую карту. Со мной все понятно. У меня, ух ты. Как-то очень читерно получилось, конечно. Но все честно. У меня сразу два события вышло. Время в долг, два дополнительных хода и одна тихая ночь. Так, давай свой. Так, я играю эпидемиологом. Улучшенным. Улучшенным. Один раз в свой ход вы можете взять карту любого города у игрока, находящегося с вами в одном городе с его разрешения. Это не тратит действия. Да. И испытание лаборатория. Один раз вход, находясь на исследовательской станции, вы можете в качестве дополнительного бесплатного действия выполнить обработку образца. Обработка образца – это все передвижения по стрелочкам. Все, давай будем заражать. Каир. Сантьяго. Ой, Сантьяго это самый неудобный город. Мумбаи. Так, положи в Мумбаи. Кинь. Угу. Алжир. Так, пошли черные у нас. Хартум. Лос-Анджелес. Так. Да. Угу. И по одной. Санкт-Петербург. Синяя. Сан-Франциско. И Киншаса. Ой, у нас красная даже не вышла. Киншаса. Все, заразили, представили, рассказали. Давай определим, кто будет ходить первым. Так, ну у меня, значит, 14, я хожу первым, так как у меня население больше, мне предоставляется право сходить первым. Так. Ну, первым действием я могу описать болезнь, наверное. Скинуть черную карту и определить, что мы будем изобретать лекарство от черной болезни. Это одно действие. Я нахожусь в лаборатории, имею на это право. Дальше. Да, вторым действием я лечу Алжир, скидываю карту любого города. Третьим действием строю станцию. Строить не строить станцию? Нет, наверное, скорее всего, я не буду строить. Может, Каир спасешь? Тогда давай в Каир, а что я в Алжир? Я тогда лечу в Каир вторым действием. А третьим действием строю станцию. И четвертым спасаю Каир. И теперь я имею право не в пул убирать, а размещать чашки Петри. Сюда мы ее и поместим. Все, на этом мой ход закончен. Мне две карточки. Желтая и красная. Ходи. Заряжаем. Да, заражаем, не забываем. Тегеран. И Лима. Рядом с этим. Угу. Так, еще одно правило. Как только игрок
построил станцию, он имеет право на бесплатное действие в лаборатории. И так как у нас построена вторая станция, мы имеем право открыть вторую линию. Предлагаю бесплатное действие потратить на выявление структуры и открыть структуру. Согласны? Да, согласен. Все, мы выявляем вторую болезнь. Вот. Мы можем здесь определить любую болезнь. Я лечу тебе в Каир. Это первое действие. Первое действие. Второе, третье. Угу, помещаешь сюда. И четвертым. Четвертым можешь переместить. Перемещаю. Их. Перемещаешь сюда их. И у тебя есть свойства эпидемиолога, ты можешь обработать образец бесплатно. Да. Еще раз их переместить. Получается 6. Ну, нам 6. Сюда не нужно. Угу. Зачем нам 6? Нам 3 достаточно. Ты просто сразу же вот по стрелочке сюда и перемещаешь их все 3. Все, остались 3 синих. Все, ну, ход закончен. Угу. Так, что там за события? Улучшенный санитарный контроль. До начала следующего хода этого игрока во время каждого действия лечения болезней уберите один дополнительный кубик того же цвета, если такой есть. Прикольно, прикольно. Так, заражаем. Гонконг. Угу, тоже. И Сидней. Гонконг. Сидней. Так, мой ход. Ну, теперь мы имеем право скинуть черную карту. Протестировать болезнь, но у меня черных нету. Так что займешься, наверное, этим ты. У тебя черные есть, да? Да. Можем открыть, описать, да. Описать желтую. Давайте, наверное, так и сделаем. Я скидываю Майами. Тем самым мы описываем болезнь как желтую. Теперь будем изобретать от желтой. Тут нам нужно по структуре 3 желтых кубика, 1 красный и 4 черных. Это первое мое действие. Вторым действием я лечу Сантьяго. Скидываю карту. Третьим действием строю тут станцию. И четвертым действием ввожу сюда желтый кубик. Как-то так. Все, на этом ход закончен. Заражаем Дели. Вашингтон. Вашингтон. Положи Вашингтон. Угу. Так, мой ход. Я в Каире. Да. Мумбаи надо спасать. Надо... А, ты находишься в станции. Ты можешь... Ты можешь... Спасти Мумбаи. Ты можешь, так как у нас кубики есть на карточке структуре. Ты находишься в исследовательской станции. Ты можешь протестировать болезнь, скинуть черную карту и убрать один черный кубик. Так мы и сделаем. Я скидываю Багдад. Угу. Все, он ложится сюда. И можем убрать один черный кубик с поля. Но только в пул. В пул. Еще мы забыли, я построил станцию. У меня есть право на одно бесплатное действие. Что-то где-то переместить. Ну, только вот это доступно, давай. Вот так, чтобы было все честно. Так, ты сделала... А, тестирование — это одно действие. Да, одно действие. У тебя еще 3 действия, да? Ну, или понемногу собирать... Синий кубик на черную болезнь. Или же на желтую. Либо же черную можно собрать. Хартум, например, тоже.
Хотя там только один кубик. Три кубика. Три кубика, да, тут нужно. Три кубика, ну еще два. Ну, я рад. Хотя нет, нужен один кубик, и его можно размножить. Угу. Как-то так. Ну, у нас такой паники нету, как бы по три кубика. Ну, желтый я могу как бы убрать. Может, ты черные уберешь? Сюда. Нам черные тоже нужны. Ну, все равно. Или во уже. Да, 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 да. Это второе действие. И 3-4. 3-4. Угу. Сюда можешь. Хоба. Все. Так что по картам Мехико, сюда. Мехико, Карач. 3-6-7. Отлично, заражаем. Ред. Ред. И Париж. Париж. Что делать? Ну, ты можешь передвинуть. Не, черные нам уже не нужны. Мы их просто умножим. Мы можем умножить, да. И просто в лаборатории можешь желтый кубик размножить. Ну, желтый еще один нужен, как минимум. Ну, либо сразу два и их потом как-то перенести. Давай, наверное, я первым, вторым действием. Желтый убираю. Так, вот у меня есть еще два действия. Давай, может, я... К красным поближе? Да, да, построю там станцию, чтобы было проще забираться. Скину я Киншасу, полечу в Гонконг, третье действие. И подожди, а что сделать четвертым? Ну, или забрать кубик. Как это? Чаша? Да, да, в чашечку. Чашечку, либо да. Станцию построить. Либо станцию. Давай, наверное, станцию построю. Так, четвертым действием строю станцию. И имею право на бесплатное действие в лаборатории, да? Наверное, я перемещу желтый вот сюда. Правильно? Пускай так будет. Все, на этом действия закончились. Давай две карты мне. Наконец-то. Мы ее заждались. Эпидемия. У нас достаем нижнюю карту. Это богата. Передвинь маркер. Поражение. Угу. Тусуем. Достаем две карты. Эриат. Угу. И Каир. Каир. Угу. Положи эпидемию. Так, это твой ход был, теперь мой ход. Да. Ну, я иду в Каир. Угу. В станцию. Угу. Так. Трачу действие. Бесплатно, у тебя есть бесплатное действие. Бесплатное действие. Передвигаю два кубика. На структуру. Вот так вот. И... У тебя еще три действия. И уже за действие. Да, да, да. Там Буэнос-Айрес и Мехико. Тестируешь болезнь, да? Да, в принципе, без разницы. Лучше. Да, давай Буэнос-Айрес. Так, тестируешь. Болезнь. Тестирую и убираю кубик. С богатым. С богатым. Угу. Всё. Так, это было раз. Это было два. Ну, раз перешла. Да, потом бесплатное действие. Потом второе тестировала. И третьим действием, наверное, перемещай сюда кубик. Я не знаю. Ну да. Да, третьим да. Сюда перемещаем. Все, нам тут остался один красненький. Да, все. Подожди, у тебя еще четвертое действие есть. Можешь, в принципе, эти два кубика сюда перенести, а потом я или ты сюда их размножим и как раз закроем. На четвертое действие я черные кубики перемещаю. В центрифугу. В центрифугу. И все, набирай карты. Три, шесть, семь, восемь.
Что-то нужно скинуть, да? Ну, на красную скидываю, их много. Да-да-да, скидываю. Все, давай заряжать. Сантьяго. Угу. И Мумбаи. Положи Мумбаи. Мумбаи. Так, твой ход. Мой ход. Собирай красный. Да-да, красный кубик нам нужен. Давай его сюда. Это раз. Ну, два, может, черные кубики. Но это их размножать нужно. Да. Удвоить. Ну, нам еще нужно синие. Хотя бы два синих кубика. Ну, как-то редненько. Да. Ну, давай, ладно, подождем. Так, первое действие поместил красный кубик. Второе действие я размножаю. Увеличиваем запас. И четвертое действие перемещаю на структуру. Все, останется у нас красный кубик. И еще три желтых карты, и мы изобретем. Все, на этом мои действия закончились, да? Я даже никуда не летал. Давай две карты. Так, желтая и синяя. Заражаем. Алжир. Алжир. Так, у нас с черными беда. Нужно будет. И Хартум. Хартум. Так, ну давай для начала, чтобы не забыть, потратить свое бесплатное действие. Перемести красную. Вот сюда. Все бесплатное мы потратили. Ну, может. Ну, так как у меня одна желтая. У меня две... забрать, да? Да, я могу взять карту у игрока. Нам я перелечу. Могу перелететь. Так, взять карту, это не тратит действия. Вот, у меня две желтых. Так, раз перелетела, это бесплатные. Так, второе действие. Ну, вторым действием тогда передвигаем. Третьим лети назад, может, там, я не знаю, что там делать тебе. Лечу в Атланту. Ну, давай так. И четвертым. Вашингтон, Вашингтон. Да, Рома, да. Что нужны синие кубики нам. Все, набирай две карты. Отлично. Скидывай красную. 3, 6, 7, 8, 9. Синюю, наверное, скидывай. И... Шанхай, все. 3, 6, 7. Заражаю. Угу. Лос-Анджелес. И Санкт-Петербург. Тоже. Так, что же буду делать я? Наверное, нужно лететь в Мумбаи. Спасать Мумбаи. Я лечу в Мумбаи. Это раз, передвинем. 2, 3, 4. Давай сразу все уберем. Я останусь в Мумбаи. Угу. Хопа. Синих. Заражаем. Сан-Франциско. И Париж. Париж. Чего ж не Вашингтон? Опа. Так, ну давай, помещай, наверное, синюю. Это... Раз. Раз. Это два. Два. И... Изобретаешь лекарство. Три. Да. Три. Все.
Три карты, две есть. Структура, карта структур заполнена кубиками. Сброс. Вот так вот мы изобрели. Это все отправляется в пул. Все. Как только мы изобретаем лекарство, сразу же автоматически мы можем выложить новую карту структуры. Синяя-красная. Очень даже. Я пользуюсь бесплатным действием в лаборатории. Да, ты обработку образца. Синий кубик. Подожди, а смысл нам сейчас синий передвигать, если потом лучше все сразу передвинуть? За одно действие. Нам нужны их два. Хорошо. По обоюдному согласию. Синюю. Так, определяем синюю болезнь. Все, есть. Контакт. Три синих, три красных. Так. Это... То это было четвертое действие, четвертый. У тебя есть еще бесплатное. Действие, обработка образца. Ну, что-нибудь куда-нибудь передвинем давай. Кубик. Бесплатно, все равно бесплатно. Да. Все, набираем. Эссе и Сантал. Угу, заражаем. Киншаса. Киншаса. И Тенгеран. Тенгеран. Положи. Тенгеран. Твой ход. Нам нужны синие. Много синих. Да. Но при этом Хартум, Лос-Анджелес. Ну, мы же изобрели от желтой. Мы можем теперь за одно действие сразу три кубика лечить. Я бы тебе советовала, может, какой в Санкт-Петербург. Не, мне скидывать не надо синие, наверное. Нет. Перелететь. А, это со станции надо. Станции не, ну я могу построить станцию. Да. А зачем нам в Мумбаи станция? Ну, чтобы ты не тратил карту, перелетел. По-любому, мне проще станцию построить и оттуда перелететь. Какой-нибудь Париж, допустим. Давай, наверное, построю станцию. Строю станцию. Да, скидываю. Что я скидываю? Кахуту. Тарас, строю. Ой, строю бесплатно, скидываю Калькутту. Это второе действие, да, перелетаю в Париж. Париж. Угу. И 3-4 кубики сюда закидываю. Эпидемия. У нас эпидемия в Мехико. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Передвинь маркер. Так, наверное, нужно воспользоваться тихой ночью, что у нас с желтыми проблема. Будет у нас заражение. Куда ты? Да просто сброс. Одноразово. Ну, все, твой ход. Ну, наверное, пока ты в станции, ты можешь обработать образец. Бесплатно. Да. По своему действию. Вот сюда синий кубик. Куда тут его? Будем размножать. Двоить. Наверное. Давай так положим, чтобы был синий. И все, чтобы можно было испытать, если что. Или же эти два кубика. Как это? Центрифугу переместить. Центрифугу. И там уже три кубика. Три. Как думаешь? Ну просто если их размножить, то мы не сможем и туда положить. Нужно только на одну карту структуры. Нет, но мы можем сразу три переместить, ну, а. На черную болезнь. Например, на черную болезнь.
У нас уже будет три кубика, останется три карты черных. Да, и их не светит. Да. Ну давай. Просто, блин, можно было бы уже положить, и я бы. Угу. Красных кубиков нету, нам нужно их два для Тамары. Ну ладно, давай. Согласен. Значит, перемещаем вот так. Все это было это бесплатно, да. Бесплатное действие. Ну, могу хотя бы Мехико. Да, но ты можешь еще одно даже действие сделать, допустим, переместить сюда. Все три. Вот тогда я только дойду до Мехико. Чего, это будет первое действие твое? Два, три, и четвертый убираешь. Угу. Так, первое действие я перемещаю. Сюда. Угу. Все, у нас все кружочки заполнены. Два, три, и четвертый убираю. Угу. Все. Четвертый, может, еще вот эту карту используем? Дополнительный ход? Да. Желтые? Да-да-да. Это пять и это шесть. Все. Все. Все, заражай, набирай. Нью-Йорк. 3, 6, 7. Хартум, первая вспышка. Так, сюда, сюда, сюда. И в Каир. И в Каир. Мумбай. Мумбай положи. Так, что нам делать? Где нам брать? Ну, тебе надо в Санкт-Петербург. А красные где нам брать? Ну, ну, можно, конечно, нам сильнее забирать и просто умножить и ждать третьего кубика. А Киншасу кто будет писать? Не знаю. Ну, ты прям с Парижа можешь. Ну да, наверное, так и будет у нас. Это раз. Как это? Чартер? Да, 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 да. Чартерным рейсом. Это два. Это три. Это четыре. Вот мы и желтые почти уничтожили. Давай мне две карты. Угу. Так, Алжир. Алжир. И Эр-Рияд. Третий кубик. У тебя есть черные? Вот у меня уже две, мне еще одну, короче. Но ты у меня можешь забрать только одну, один раз в ход. Был бы ты в Эр-Рияде? Нет, просто надо в Караче, чтобы встретиться с нами, чтобы ты мне как-то. Могу только ход потратить. Раз, два, три, четыре. Но при этом еще задержаться, но так как у нас ничего в лаборатории нету, я не могу потратить. И четыре, короче. И когда ты заберешь, угу. Сможешь могу изобрести. Изобрести. Ну давай, все равно красных нету, нам это пока не светит, как бы. Давай так, давай. Все, я походила. Набираю. Так, и что мне, а вот никак, начало следующего хода этого игрока, во время каждого действия лечения болезни берите один дополнительный кубик того же цвета. Ну, то есть по два кубика можно будет убирать. Так как у нас желтая изобретена, я, может, да, две да, желтые, да, скидывай. Потому что лимит карт. 3, 6, 7. Все, заражаем. Заражаем.
Киншаса. Вовремя. И Сан-Франциско. Вот и голубые. Да, нам красные нужны. Кубики. Ну, тебя так и так. Ты можешь пешком на меня зайти. 3-4 забрать, короче. Или же по станциям в Каире. 1, в Мумбаи 2, 3. Я пешком лучше. И пешком. Я лучше вот так. 1, 2, 3. А, блин, не заберу, да? Нет. Надо забрать. Ладно, сама почистишь. Так, и давай 4 сюда. Все. Давай мне две карты. Так, в общем, что мне скидывать? Красные нам нужны. Мы еще не забрели красную болезнь. Может... Синюю, значит, да? Может, да. Давай. Потому что у меня три синих. Угу. Так, Париж. И Лос-Анджелес. Мой ход. Угу. Я иду в Риад. Правильно? Ну да. Иду раз. Один кубик или... 2, 3, и могу в станции что-то. А что? А что? Ну, был бы кубик тут синий, то могли бы. Так, 1, 2, 3. Ну и все. Ты же походила. 4-10. Угу. Все. Все. Гонконг и Чинай. Заражаю. Так, заражаю. Тегеран. И Каир. Где ж красная тигр, а? Каир. Вот Каир. У меня лимит карт. Я скидываю черный, потому что ну, ты да. изобретешь. Даже нужно... Что тут? Начинаю скинуть. 3, 6, 7. Так, ну давай. Я раз иду в станцию. 2 изобретаю черную. Хоп, у нас все выполнено. И автоматически выходит. Опа. Ой-ой-ой. Так, у меня еще 2 действия. Это нужно нам 1, 2, 3, 4, 5. 5 кубиков. А где мы их найдем? 5 и там. 3, 8. Нужно 4 кубика. Нет новых карт. Все идут. Угу. Так, у меня еще 2 действия. Мне нужно как-нибудь скинуть карту в Сан-Франциско. Слетать, да, чтобы синих нам набрать. Но нас не устраивает красное. Нам нужно что-то с красной менять. Наверное, я 3-м действием поменяю карту. Эту вот правую сброс. Возьму новую. Вот тут. А нет, есть красная у нас тут. Вот, другое дело. Тут нужно всего лишь 2 кубика. Но зато еще 4 синих, черный и желтый. Вот так вот. И у меня есть еще одно действие, да? Наверное, я этим действием сюда отправлю черный кубик. Да, и на этом, правильно, да, 1 пришел, 2 изобрел, 3 поменял карту и 4 вылечил болезнь. Все, давай две карты. Деминета. Нету. Сантьяго. Сантьяго. И Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Вот и когда надо, не было кубиков. Синих. Так, мой ход. Где вообще? Эриет. Нам нужен еще один желточный.
Ты их сразу два передвинешь сюда и потом... Ага, куда сюда? Еще нужно определить, что это да. будет красное. В принципе, ты можешь скинуть. Давай газуй станцию, там уже порешаешь. Ну смотри, у нас Санкт-Петербург, Сан-Франциско, Тегеран. Черное мы вылечим. И эпидемии. Ничего страшного. Давно не было. Так, раз. Раз, так, определяю. Угу, как красную скидывай. Может лучше Гонконг? Там станция, и так туда попасть можно. Я думаю, может с какого другого города станция. Ладно, Гонконг. Мы определили. Красная будет у нас. Болезнь, так. Желтую говоришь. Так. Так как я в станции. Да, желтую, вторым действием. Говоришь. Да, нам нужен, наверное, желтый кубик будет. Да, скидывай его сюда. А черный нам. Черный уже есть, вот он лежит. То есть нам черный, желтый, два красных и синих много. Угу. Так, это. Подожди, это раз я перешла. Угу. Два определили болезнь. Три. Кубик. Угу. Передвинули в чашку. И я могу. Пока четвертое действие я отложу, и может бесплатно. Да, бесплатно перемещаю. Перемещаю. Все кубики одного цвета. И четвертое действие. Могу черные кубики. Или куда-нибудь к синему лучше санешь. Ну, в Стамбул. Или ближе к Санкт-Петербургу. Ну, там. Да, да, давай. Это четвертое действие такое. Газуй туда. Все. Потому что не хочется тратить, так как тоже ну, да, надо да. изобретать. Все равно что-то скидывать вот нужно. Эпидемия. И Сеул. Сеул. Так. Эпидемия. Так, так. У меня лимит карт. Можно... Да, сначала скидывай. Сначала скидываю. Так, красную тоже нежелательно. Давай Дели. Угу. И будет все хорошо. Да, давай так. И передвинь маркер. А хотя... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Даже можно угу. не скидывать. Так, у нас эпидемия. Передвигаю маркер. Вытягивай. О, Хошимин. Наконец-то. Нужно мне никогда... Так, три кубика. Где это Хошимин? Вот. Все, тусуем. Так, заражай. Теперь уже три карты. Три карты. Тегеран. Еще вспышка. Одна вспышка. Так, раскидывай кубики там. Так. Так. Это Москва, Багдад. Вот, Карачи. Карачи и Дели. Хорошо. Лос-Анджелес и Сантьяго. Сантьяго. Все, мой ход, да? Да, я ходила, теперь твой ход. Что у нас? Может, пока не трогать Хошимин, чтобы он... Чтобы больше, да, было красных кубиков. Не, ну нам, в принципе, хватает, нам тут... Ага. Нам не хватает. Нет, чего хватает. Сюда нужно два кубика, мы его размножим. И сюда один. Да. Нам три кубика нужно, в принципе. И еще вот в Сиднее. Может, лучше один. Сначала я... Ну смотри, Сантьяго еще не вышел. О, какой Сантьяго? Сан-Франциско. Да ничего страшного. Выходит. Мы можем по карточкам проиграть, у нас времени. Давай, может, воспользуемся вот этим. Я тогда все три кубика. Угу. Три. Нам не надо три. Нам нужно в одну чашу два. А в другую, чашу а один, в другую да. пять. Сюда нужен два кубика, а сюда ну три. Сюда три. Мы можем и синих не успеть собрать. Как бы. И туда надо сколько? Четыре, да? А туда?
Тоже три. Да, еще и синих много надо. Синих много надо. И каждый раз набираем, и если что-то скидывать, тоже как-то не хочется. Может, и со станции, может, Сан-Франциско. Ну, Санкт-Петербург я, может, сама как-то в чашу добавлю. Потому что если размножать, все равно нам не хватит. Ну, синих. Давай так. Я скидываю Мумбаи и лечу в Хошимин. Это первое действие. Да. Первое действие. Вторым действием сюда. Третьим действием сюда. И четвертым действием сюда. Вот так вот. Все. Это размножится, поедет сюда. Эти размножатся, поедут сюда. Все останется. Тут есть, там еще синие собрать, перевести. Как бы все будет, наверное. Угу, я выбрал хорошо. Все. Да, давай две карты. Каир. Угу. Санкт-Петербург. Угу, вспышечка. Вспышка. Третья. Так. Эссен. Стамбул и Москва. Так, это была вторая карта. Да, да, да. Да. Хошимин. У нас же кубик. Вот уже когда не надо эти кубики, они лезут. Так, мой ход. Так, а ты куда-нибудь слетать можешь? Это было бы круто сейчас переместить твоей способностью. Ну, я рядышком в Каире. Рядышком в Каире. Ну, просто синий надо как-то собирать. Вот так давай, может, другого. Один кубик синий сюда у нас получится. Мы сможем тогда его... Ну, эти уедут сюда размножить. Так, я иду в станцию. Угу, это первое действие. Первое действие. Так, это бесплатным? Да, бесплатным. Трачу бесплатное действие, передвигаю. Все красные. Все красные, потом трачу действие. Второе действие уже сюда, их становится четыре. Четыре. И так, третьим действием. Третье действие передвигаю. Вот сюда их. И четвертое действие. Тестируешь. Я тестирую. Синюю. Так. Какое у меня? Чикаго, блин. И Эссен тоже круто, конечно. Наверное. Нью-Йорк может. Да, Нью-Йорк. Да. Так, даю. Нью-Йорк. Нью-Йорк. И можешь убрать, да. Сан-Франциско. Супер. Все, все. Убираю две карты. Угу. Оу. Эпидемия. Монреаль. Да. 3, 4, 5, 6, 7. Печально, печально, конечно. У нас раз, два, три, четыре города. И еще Милан добавляется. Ой-ой-ой. Еще и Миланчик. Передвинь маркер. Угу. И карт мало. Да. Сантьяго. Сантьяго. Четвертая вспышка. Дальше. Милан. Милан, пятая вспышка. Подожди, может уже не хватит кубиков-то. Сюда, сюда. А нет, еще нормально. И... Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Так, значит, нужно
Санкт-Петербург спасать, да? Да, выйдет Санкт-Петербург. Ну давай, раз я иду в станцию. Скидываешь карту. Стой, подожди, пока я в станции, может, я еще сделаю действие одно. Желтый и черный кубик? Да. Ну, нам их размножать не нужно, как бы, и сразу перемещаем, Это да. два. Три. Скидываешь В Санкт-Петербург, карту. да, подожди, какую? Да, любую, да? Да. Да. И четыре спасаю в Санкт-Петербург. И, конечно же, сюда его. Все, две карты. Тегеран. Мы забыли про Тегеран. Ну, печально, да. Да, я скинул на босс. Сюда. Так. Ну да, я мог бы спасти. Ну, в принципе, ладно. Москва, Багдад, Карачи и Дели. Это была первая, да, карта? Угу. Каир. И мы забыли про Каир, 7. Так. Хартум, Алжир, Стамбул, Багдад, Эр-Рияд. Третья карта. Хашимин. Нормально, так нормально. Еще одна вспышечка, и мы отъедем. Никогда у нас, наверное, еще не было. Да. Вот такого вот. Ну, в эту мы не успеем изобрести, да? Нет, ты как хочешь, а я... Так как я в Каире. Так, может, подожди, Каир уже вышел, в принципе. У нас любая вспышка там что-то заденет, и все, у нас выйдет Карачи, там, не Карачи, там Дели, например, или Багдад, если есть, а если Алжир есть. Мне как-то стрёмно. Давай, это раз, согласен? Ну-ну-ну. Пока в станции сделай свое. А, бесплатное действие. Так, ну, что у нас? Передвигай, наверное, красную сюда. Красный. Да, нужно вот сюда. Это было подожди, раз. Подожди, может, определишь структуру, скинешь красную, и можно будет убрать не красный кубик, так себе. Если синий, то да. Но так как мы уже определили... Или, может, ты Милан спасешь лучше, заодно синих сюда положишь. Кубиков. А как мне пешком для Милана? Ну, у тебя еще два действия, да? Я только один Нет, кубик три. Смогу. Три у тебя. Три действия, да? Ну, хоть один. Тестирую красную. Угу. Так, убираю, ну что, ну, один кубик? Ну, тебе Хашимина, да, убирай, и все. Фу. Это второе действие. Это второе действие. Иду в Багдад. Третье. И четвертым убираю четвертым все кубики. Все, тяни. Все, у тебя последний будет ход, у меня последний ход. Да, ладно, то все. Я думаю, мы не доживем до этого. Да. Три. Ух ты. Черную скидывает. Хотя Дели может. Шесть. Семь. Все вот так. Давай. Санкт-Петербург. Ага. Хартум. Угу. И Мумбай. Я в Мумбай. Что, живем? Так, живем. Твой ход. Это нужно раз, два. Давай, наверное, вот эту карточку используемся. Да. Вот эту. Скидывай два кубика. За одно действие я два кубика сюда вожу. Это раз. Как там написано на карточке? Что мы там? До начала следующего хода, то есть ты... Да, моего, то есть... Во время каждого действия лечения болезней уберите один дополнительный кубик того же цвета, если такой есть. Да, ну вот. Ну, то есть одинаково.
Ну, лучше перед этим игроком положить. Когда начнется следующий ход, она сбрасывается. Но тебе надо как-то... Ну, давай, наверное, вторым действием нужен еще один кубик нам. Вторым действием. Вот так будет, правильно? Ну, третьим, наверное, я строю станцию. А их всех нужно пропускать через этот. Скидывать три карты. Тоже действие. Нет, но надо уже, чтобы лежали все кубики. Да, да. Блин. Ну и да, четвертым действием, наверное, вот сюда и умножим эти два красных. Как-то так. Все, давай мне две карты. Уберите два кубика болезни с поля. Давай, наверное, сразу и уберем. Алжир не выходил еще, да? Давай посмотрим, да. Что не выходило там. Были Мумбаи, угу. Хартум, Санкт-Петербург, Хашимин, Каир, вот Тенгеран был, Лос-Анджелес. А, Лос-Анджелес был. Милан, Сантьяго. Вот Алжира не было, да? Да. И Дели, я не знаю, давай. Я не помню. Давай, давай, Дели тоже. Один, все. И у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 карт и на. Так, заряжаем. Алжир. Эр-Рияд. И Киншаса. Положил в Алжир. Да. Эр-Рияд я положил в Алжир. И Киншаса, да? Киншаса, да. Ну что, моим ходом... Все, иди в эту, да, да, иди. Двигай все. Раз. Ну. Фух. Так, давай начнем. Бесплатным сюда. Бесплатным, да, сюда. Давай, так. У тебя еще три действия. Ну, давай, наверное. Раз. Два. Ну, а, они тут умножаются. И три вот так вот. Три вот так вот. И я скидываю четвертое действие. Подожди, это было. Раз. Два. Три. Три. И четвертое ты ж на передвижение потратил. Раз передвинула бесплатное. Ну, бесплатно не считай. Два, три, четыре. Угу. Ну все. Набираю две карты. Набираю две карты. Заражай. Сан-Франциско. Угу. Париж. И Мехико. Все, мой ход. Ну что я? Я могу изобрести от синий. Это раз. Это раз. Все, и нам остается красное. А чтоб красное, это два. Это три. И четвертым действием вот сюда. И мне не хватает пятого действия, чтобы скинуть все три карты, потому что мне набрать нечего. Ну вот, почти мы выиграли, проиграли. Да. Дала нам прикурить эта игра, намного интересней. Это дополнение намного круче, чем на грани, я считаю. Больше вариативности, сложнее даже с четырьмя эпидемиями, как-то нам не повезло, или может мы плохо играли, может какие-то были ошибки, пишите в комментариях.
Попробуем еще с двумя дополнениями сыграть. Наверное, еще будет круче, еще сложнее. А на этом будем прощаться. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.